прочим, Брек, сегодня в ролике все мои друзья захотят убить меня. Да, довольно-таки веселое начало. Эх, нет. Да я вообще откуда знаю, что они захотели вдруг меня все поубивать, но... В общем, смотри видос до конца, чтобы узнать, выжил я или же нет. Хотя я ж записываю этот голос. Ну и получается, я выжил. Ну, тогда скучно получается. Ладно, все, забудьте. Короче, лучше поставить лайкос под этот видос, подписаться на мой канал, кто еще не подписан, взять вкусняшек, кто еще не взял. Ну и также желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем наш супер видос. А кто не поставил лайк, тот тухлый помидор. Доброе утро, Юль! Как спалось? Нормально? А Юля где? Снежок, доброе утро! И Снежка нет? Что? Вы где? Или может уже все проснулись? Ладно. Ах, вот это я поспал хорошо, и сны прикольные приснились! Лёха, иди сюда, расскажу сон! Лёх, а вообще кто-то дома есть? Алло! Ёшкин, матрёшкин. Привет, ребят! Доброе утро! Как спалось? Ребят! Вы чё молчите? Алло! Странные какие-то. Ладно, я тогда... Это, в туалет пойду, зубы почищу. Странно ведут себя. Ух, так, ладно, первым делом туалет. Господи! Что? Почему у нас заминирован туалет? Алло! Вы, может, что-то скажете, нет? То есть вас не смущает то, что меня чуть не прибило туалетом, да? Игнорщики, алло, вы тут? Чё вы молчите? Чё вы молчите? Ну что, ты готов? На счёт три! Да, давай. Раз, на счёт три? Два, вы чё считаете? Три! Побежали! Лови его! Боже! Вы что? Боже, что за пранки? Вы что, совсем сдурели, что ли? Вы не пугайте меня так! Я чуть не наложил штаны, я только проснулся. А зачем вы оружие достали? Эй, ребят, доброе утро! Вы чего? Ребят, ну это оружие положите, и все будет хорошо. Ты что? Боже, так все, пошли нафиг, я в машину, дядя, не стреляйте! Ну нет, ты от нас не спрячешься! Почему у моей машины пробиты колеса? Так, стойте! Ребят, вы чего? Вы с дуба рухнули, что ли? Или что? Вы... Все, Паша, тебе некуда бежать! Ты попался, мы тебя убьем! Ну все, это конец! Твои последние слова! Да идите вы в бабу! Лови этого волчару! У меня друзья сошли с ума! Так что, быстро, закрывайся! А ну стой! Пошли нафиг, этот замок выдержит вас! Почему мои друзья хотят убить меня среди бела дня? Ты думаешь, тебя эта мелкая дверь спасет? Мы ее сейчас вырвем! Выходи, мы все равно тебя достанем! Так, надо смотаться, надо срочно как-то смотаться! Или же... Надо смыться, точно! Выходи давай, а то мы дверь взорвем! Заходим! Ха-ха! Куда он делся? Где он? Что ли? Куда он мог деться вообще? Кажется, я поняла, где он. Он снова смылся! Ну, это вроде была последняя капля. Слава богу, что есть верный способ отхода, это туалет! Ай, блин, я только не понимаю, почему эти дебилы захотели меня вдруг убить? Я вроде как ничего им не сделал, нигде не провинился, да и дружили мы вроде как нормально. Фух, ладно, хорошо то, что сейчас мне туалет помог, и я нахожусь в каком-то неизвестном мне доме. Ах, ладно, все, пойду сейчас отдохну хотя бы. Ты думал, мы тебя не найдем? Мы тебя убьем! Господи! Откуда у тебя огнемет? Ты не скроешься! Тебе некуда бежать, Паша! Лёха, успокойся, мы же друзья! Ты что делаешь? Мы убьем тебя и найдем! Не скрыться тебе! Я что я такого сделал-то?
Быстро! Иди сюда! Так, нафиг, закрыть! Как тут сам? Куда ты скрываешься? Фух! Все! Трындец какой-то! Откуда у них огнемет? Фух! Ну, хотя бы от бешеного огнеметчика я убежал! Чуть жареной курицей не стал! Вот это... Да! Ой! Привет, Юль! Что ты тут делаешь? Ты что-то тут забыла? А зачем тебе нож? Юля, ты же не хочешь убить меня, да? Нет, ты нож я взяла, хочу чтобы... тебя убить. Ты что творишь? Ай! Стоять, куда нож? Хватит сопротивляться! Тихо, Юля, успокойся! Убери чертов нож! Я сделаю это быстро, ты даже не почувствуешь! Хватит, не надо меня убивать ножом! Я хочу еще пожить! Я хороший! Не трогайте меня! Господи, ты что творишь? Из-за чего это все происходит? Что я не так сделал? Может, я вас не поздравил с чем-то? Может, забыл про что-то? Ай, да хватит, пожалуйста! Что я не так сделал? Я там все, что хочешь, на машине покататься. Можешь забрать дом себе, но только не убивай. Да хватит сопротивляться. Это будет совсем не больно. Я просто хочу тебя убить. Что такая красота? Да, Юля, успокойся. Юля, же все нормально, все хорошо. Господи, да ладно. Снежочек, молодец. Так, стоп. А ты меня не укусишь-то? О, ну моя собака. Так, что? А, ну да, уходим. Просто уходим, да, давай, Серёг, все, пошли. Отсюда нафиг. Я выломал дверь! Куда хана? Убивай! Снежок! Иди сюда! Беги! Беги! Иди уйдя! Я тебя зашарю! Все, быстрей, Серёг, быстрей, беги! Ёшкин кот! Иди сюда! Трындец, бежим! Бежим, он сейчас палит хату! Ты не уйдешь! Ой, я так и знал, что лучший друг человека — это всегда собака. Блин, Снежок, я не знаю, вот ты мое единственное спасение было. А то эти друзья, блин, сошли с ума вообще. То Леха, то, блин, Юля. Она вообще меня ножом пыталась зарезать. А ты меня спас, мой спаситель. Спаситель, стой. А куда мы идем-то хотя бы, я не пойму, а? Ты куда меня привел-то? Может, домой лучше пойдем как-нибудь или... Ну, что, пошли домой. Так, ладно, хорошо. Так, ты... ну ладно, я что-то на собачьем понял. Ну, пошли, хорошо, так уж и быть. Офигеть, блин, что он там задумал-то хотя бы? О, стоп, а куда он зашел? Погоди, так это может его бургер? Вот это да, Снежок, ты хочешь меня тут спрятать? Да, в своем бункере. Что-то не похоже на бункер. Снежок, это какая-то комната для пыток. Я, пожалуй, пойду. Мало ли что. Господи, Снежок, ты туда же. Да иди ты в ППН. Нет, помогите. Бешеная собака. Иди ты в попу, предатель, блин, волосатый. Волосатая попа, так все, быстрее. Надо валить. О, боже. Мамочки. Мамочки. Бегите. Я ты не в попу. Надо быстрее вставать. Иди сюда, Паша, я тебя нашел. Ты меня, я убежал, я в домике, все, отстань. Ой, с дороги. Бедный прицеп. Боже, да куда бежать? Иди сюда, давай, беги, Паша, беги. Никто тебя не спасет. Нет. Ё-моё, да что с вами не так? Ах, боже, так, сейчас, так, пока он не вернулся, надо прятаться. Ох, боже, сумасшедший! Всё, мой лучший друг вода, я просто уплыву отсюда. Эх, давай, последний рывок остался. Фух, всё, сейчас просто вылезти на берег. Боже, сколько я плыл, мне всё болит. Ах, наконец-таки, господи, земля! Так, ладно, сейчас надо подумать. Значит, меня зовут Паша Флейзин, на меня охотятся мои же друзья и хотят меня грохнуть. А это означает, что мне надо как можно быстрее куда-нибудь свалить. Так, дом — это небезопасное место, ну, значит, надо валить в другую страну. Ох, надо как можно быстрее в аэропорт просто отправиться. Так, сейчас, как тут называется-то это такси? Ах, господи, ничего не понятно, блин, все болит так. Ну, вроде тут такси. Папа, замолвись!
рукожоп! Выходи быстрее, лови его! Саваша, тебе гана! Мы тебя убьем вдвоем! Ну я и один справлюсь! Получай! Отстань! Я тебя убью, Паша! Что я вам сделал? Почему вы меня хотите убить? Иди сюда! Иди сюда! Отстань от меня, ты фиолетовый жук! Так что быстрее, ребята, уходим от него! Нет, ты не скроешься! Ты меня не поймаешь! Отстань! Боже! Отстань, убийца! Жук-наводник, ты фиолетовый! О, боже! Нет, помогите! Иди сюда, давай! Боже, откуда у тебя автомат? Это еще? О, боже! Мамочки! Стоять! Я не хочу быть жареной курицей! Ты будешь жареным-поджареным! Не надо! Все, надо бежать! А ну, стой! Да, у меня сил нет! Да что это такое? Все! Господи, мне надо прятаться! Ты не уйдешь от меня! Отстань от меня! Господи! Надо валить! Боже, свалил! Все, отстань! Все, давай, беги! Нет сил! Не уйдешь! Ладно, Попик, стреляй! Давай, Попик, я тебя убью сейчас! Только за что? Ой, что? Патроны! Ай, патроны кончились! Да, не убивай меня теперь, пожалуйста! Я тебя голыми руками сделаю! Получай! Я не хочу с тобой драться! Тебе не выжить! Давай! Да вот так! Получил, да? Да у меня сил нет, ты как это? Надя! Я сейчас тебя тащу! Сюда, Надя! За что ты мне мстишь? Ты просто так уж меня убил, ты как это? Я раз сделаю! Конечно, ты делаешь... Ладно. Давай, просто... тут уже никуда не убежать тебе! Ай, я понимаю! Страшно! Ладно! Не уворачивайся! Я тебя достану! Надо взять силу в кулак! Как я поднял! Отпусти! Как я кверху! Тяжелый ты! Не трогай меня! Пусти! Отпускай меня, давай! Забыли, я не надел на! Не отпущу! Давай! Тебе хана! Чего ты задумал? Весь день! Ты что задумал? Меня троллил и делал всякие фигни! Прости! Я вас не буду! Извини! Нет! Я тебя не прощу! Пока! Все, наконец-таки я избавился от него. О, блин, какой он тяжелый. Гирю, что ли, съел? Кабан, блин, недоделанный. Фух. Все, теперь мне можно отправиться домой. Ну как же так? Это был мой лучший друг. Моя любимая девушка. И мой любимый пес. А теперь никого из них даже нет в живых. Все они хотели меня убить. Мою машину, блин, побили. Ушлепки. Зачем вообще это все надо было? Мы вроде дружили, не тужили, все было хорошо. Они взяли, блин, и какую-то фигню сотворили. И поплатились за это. Ох, теперь я один. Дом, милый дом, хотя бы ты меня не сжираешь или не убиваешь. Так, ну-ка, никого ж нет? Да, никого. Все, я хочу наконец-таки почистить зубы и сходить в туалет за весь день. А то... Только не это! Стоп! Я жив! Вот это да! Как хорошо, когда руки и ноги на месте! Стоп! Или же это день сурка, который повторяется все время? Так, эй! Есть кто живой? Так, ну вроде тишина. Блин, так главное быть аккуратным, они мало ли что из-под тишка возьмут РПГ свое... Мне в попу засунут и высунуться будет не смешно. Так, ну-ка, тут, ага! Чё они делают? Алло, игнорщики!
О, Паша, доброе утро! Доброе утро, Паш. А почему игнорщики? Мы же тебя вроде не игнорируем. Какие-то вы странные сегодня, да? Знаю я вас. Сейчас я в туалет зайду, и там трындет будет. Ну-ка, заминирован! Нет. Так, ладно, тогда они, значит, что-то другое заминировали. Шампунь, зубную пасту, мыло. Ладно, я этим не буду пользоваться. Я знаю все наперед. Так, признавайтесь, что вы заминировали? Может Чего? Быть... Может быть, туалет, может, телевизор, тарелку? Это уже не смешно. Может, ты голодный, кушать хочешь? Ты садись, поешь. Да, садись, покушай, вкусно вообще. Чего? Ага, отравили еду, я знаю, вот по-любому, ты вот сейчас, она пойдет за едой, ты возьмешь пистолет и застрелишь меня, а ты, волосатая попа, ты не спишь, чего? Ты на самом деле меня загрызешь, вот, а ты меня ножиком опять пырнешь или еще что-то, блин, похуже, вот, повторяется. Паша, ты кукукой поехал! Ты бы мог сразу сказать, что не хочешь есть мою еду, не хочешь и не надо, я тогда пойду. Ты даешь, Паша. А еда вкусная, я уже половину тарелки съел. Да я просто знаю. Тут все продумано наперед. Почему ты меня не убиваешь, а? Ты... Ну почему я должен? Я кушаю, я занят. Ладно. Блин, ну вы же все меня хотели убить. Чего? Чего? Тебе что, приснилась ерунда какая-то, что ли, опять? Приснилась? Ну да. Кстати, возможно.